Очередная техника на моей кухне – это соковыжималка. Соковыжималка, вот ее фирма. Имеет контейнер на 2 литра объемом, контейнер для мусора, и стакан на пол-литра сока. Значит, включается, заталкиваются фрукты, и фрукты прижимаются. Очень удобно, влазит целое яблоко почти. Жмых отлетает в сторону, поэтому сок получается вкусный и без мякоти.